Ну что, ребятки, моя попытка номер 5. Я иду снова рапторы искать, как говорится. Поехал. Позвонили мне, говорят, грузы готовы. Братишка, подъезжай, забирай, уезжай. Все. Целый день промурыжили, как говорится, меня здесь, в Техасе. Оно ж, получается, страх маслается, солярка тратится. Время летит, как говорится. И это нехорошо, другие клиенты ждут. Поэтому нужно срочно забирать рапторы. Может быть, что-то я успею уже сегодня еще и в Хьюстоне забрать. Посмотрим. Потому что знаю точно, одну машину BMW 4 серии не успеваю забирать. Ребята, хоть ты тресни. Не забирается. Они до 6 работают. Придется мне застрять еще на день в Хьюстоне. Это плохо. Очень плохо. Так как я должен был уже сегодня уехать. Последней машины еще тоже нету. Так что, друзья. Ладно, уже радует то, что мы едем на загрузку. Уже радует то, что рапторы у нас ждут. Сейчас будем вам показывать эту чудо техники. Ford Raptor 2019 года. Если, конечно, я не смогу загрузить. Риски везде. Кто не рискует, тот не пьет чаек. Вы знаете, ребята. В общем, погнали. Так, друзья, мы прибыли снова на Хеннесси. Один раптор я уже вижу, у них там черный стоит, видно, готов. Будем пытаться загружать. Смотрю, он какой-то негабаритный тоже. Поэтому, может быть, он по высоте будет у меня очень высокий. Сейчас проверю. Вот он, Вело Си Раптор. Вот так вот теперь он называется. Это не просто раптор. Это зверь, который будет рвать под собой почву, асфальт, грунт, песок. И я не знаю, что еще там. Видите, он приподнят, что не есть хорошо. Блин, для нас есть No Good. Наклеечки новые, Велоси, Раптор. Это означает, что машина сделана Хеннесси. Веломашина, короче. Как бы это смешно не звучало. Хеннесси, но он запакованный просто. Просто запакованный. Давайте присядем, покажу вам салон, потом выйду. Остальное покажу. Видите, тут кепочку ему дали. Все дела. Вот, написано. Сериал номер 008. Восьмая машина сделана здесь. Built in Texas, USA. Как видите, построен в Техасе. Хеннесси Раптор. А, ну машина, в принципе, не новая. Стоп. Тут уже ребеночка возили. Водичка. Ага, окей, понял. Его сюда привезли, чтобы забацать. Заделать. А я забираю назад его клиенту. В общем, машина зверь, что сказать. Это просто звер. Машина уже на номерах. На Теннесси. Temporary Plate. Железный бампер. Красавчик, красавчик. Грязный у него, конечно, кузов. Что-то возил. Лампы стоят внутри. Классно открывается. Здесь не ручка, а кнопка. Просто кнопочку нажимаете и все. О, вот он второй подъехал. Мне кажется, второй немножко пониже. Nice. This is the second one, right? Thank you, sir. Yeah, no problem. He's inside, right? Oh, it's okay. Yeah, he should be in there. All right, sounds good. Сразу вам покажу второе. Куча вещей внутри. В общем, такая вот машина. Да, этот явно ниже. Он прям видно, что он ниже.
конкретно. Он не лифтованный вообще. Обычный Raptor. А вот этот лифтованный. Значит, может быть, и нам еще и повезет. Этот я вообще с краю, сбоку поставлю. В белом цвете как-то он мне не сильно нравится. Черный поборзее. Видите, сравните. Бампера, короче, здесь. Что здесь делали? Установили бампера. Этот не поднимали. Сделали мотор. Установили задний бампер. Установили выхлоп. Aftermarket. Подвеску. Я думаю, что еще круче, чем была здесь на Raptor. Вот такая вот борзая машина. V8 Velo Sea Raptor. Здесь немножко попроще у него фарш. Hennessy наклеечка. В общем, такое. В сравнении с этим, это, конечно, круче сделан. McLaren powered by Hennessy. Я не знаю, сколько у нее, наверное, в стоке 1000 лошадей. Сколько же они хотят, чтобы она ехала, вообще не понимаю. Привезли, чтобы им Hennessy заделал эту тачку. Там, наверное, уже 2000 лошадок сделают. Нереально, конечно. Крутые тачки у них здесь вообще, ребят. Загуглите Hennessy, почитайте, что это за компания. Но я пока жду. Жду, как тут ждун, короче, эти все машины запарили они. Если бы вот это у меня первая, вернее, последняя скидывалась, я бы сейчас уже начал грузить, но я не могу. Я не могу ее грузить. Так, пацан поехал на трек. Попробовать Camaro. Вот бы тут дрончика запустить, конечно, было круто. Но жаль, нельзя. У них там, короче, для тестирования машин целый трек, ребята, сзади. Видите, погнало. Они проводят там разные соревнования, короче, тестируют тачки. Прямо у себя здесь, вот на заднем дворе. Какой звук у Кадиллака. Мама родная. Да. Давно я здесь не был, наверное, 3 года не забирал здесь машину. Хотя нет, подождите. Я забирал как-то здесь вот такого же Раптора. Только они за него платили 2 раза больше, наверное, помню. Было время. То ли 3000, то ли $2000, чтобы его довезти до Массачусетса, кажется. Вот. Ну, сейчас, кажется, немножко поменьше, поэтому. Но все равно очень хорошо. Так как сейчас с машинами проблема. У нас вообще. Вообще в Техасе такое время, неделя такая, знаете, слабая. То, что мы нашли эти машины, это большой плюс. Вот это я даже не заметил. Кусочек откуда. Надо смотреть тщательно. Еще один Кадиллак поехал. Они все эти машины выставляют на день, а потом завозят их назад. Знаете, я прочитал только что информацию за этот Raptor, ребята. По техническим данным, короче, машина имеет 600 лошадиных сил после модификации Hennessy. Имеет 620 крутящего момента от 0 до 100 км в час или от 0 до 60 миль в час. Она разгоняется за 4,2 секунды. Эта тачка, прикиньте, 4,2 секунды. Вот такой кабан может разогнаться. Представьте, да? Это просто какой-то монстр, который может разгоняться за 4,2 секунды до сотни. Мама родная. По лесу, конечно, он так, я думаю, ну, просто нереально. Он не может разогнаться по лесу так. Это только на трек вывозить и
как говорится, получать адреналин. Да. Едет наш боец назад. Так, помыли. Ну, nice. Came off. Yeah. Nice. Skills. All right. That's cool. The dent didn't come off. Yeah. Why it didn't come off? Why by washing it, man? All right. No, it looks a lot better. A lot better. All right. So I guess it's ready, right? Yeah. It should be good to go. You guys not gonna change that plastic thing? I think. Tell me too. So I think it should be fine, right? Look, I marked it, so we should be good. We should be good. They didn't tell me to, so. Sounds good. Okay, man. Thanks a lot for doing it quick. Thank you. Что, ребята, поехали. Все, наконец-таки, короче, я. Наконец-таки я эту машину загружу. Какой у него выхлоп, я просто в шоке. Просто в шоке. С этого Раптора. Так. Я тут чуть-чуть закрыл ворота, так легонечко. Вот. Открываем все это дело. Одной половинки хватит. И грузим этого крокодила. Так, я очень надеюсь, что они у меня поместятся. Очень. Потому что не хочется потерять день зря. Еще и не загрузиться. Не, аварийка. Кстати, Bang & Olufsen аудиосистема. Мне очень нравится. Крутая аудиосистема. Так. Открываем окошечко и поехали. Так. По ширине, конечно, это просто кирдык, ребята. Ширина у него жесть. Но эти машины грузят, как говорится, день и ночь здесь постоянно. Поэтому я надеюсь, что я тоже загружу эту машину. Сейчас возьму камеру. Камеру поставлю в нужное место. Вот, он должен у меня сюда заехать, но я думаю, может быть, до. Все. Чем пробуем. Вот это настолько он широкий, представьте, он даже вылазит за главные, не говоря уже о на листниках тех же сзади. Широченно. Чуть подвину правое. Первый пошел. Отлично встал. В принципе, по высоте проблем вообще нету. Так что все окей. Вот так вот кабанчик встал. Прекрасно. Ширина с этой стороны идеально. Сейчас посмотрим с другой. То, что мы затягиваем стрепами. Ну, он выше немножко. Сейчас его опущу чуть-чуть. Немножко выше. Припущу, притяну, и будет то, что надо. Идем, ребят, за вторым Раптором. Ну, вроде бы залазит. Вроде бы нормально помещается. Поэтому я рада, что мне не пришлось отсюда уехать с пустыми руками. Зацените мустанг. Shelby Cobra Hennessy GT350. Блин, тут столько тачек, я хожу, тут рот поразяю, узеваю. Не работаю, короче. Любуюсь машинами. Новый джип Rubicon в стиле трака. Впервые в жизни вижу вообще. Это новая модель. Новая-новая модель. Волчара ждет. Так. Этот уже передом поет. Окей.
он выше, колеса у него больше у этой машины, поэтому проблем с ней тоже больше. Я вот не знаю. Первый стоковый вообще, в принципе. Ну, немножко есть на нем. Большие колеса стоят. А этот вообще зверь. Как бы, ну, колеса у него гораздо модифицированы. Сейчас я не знаю по ширине, как он зайдет. Встану, выйду, посмотрю, как он вообще заходит. С него прям спрыгиваешь. Видите, как колеса висят. Он что-то наподобие Форда. Миссис Дороти уехала домой, сказала, мой чек лежит у пацанов в офисе, надо будет пойти забрать. Короче, прикольно, они сразу платят за них. Только забираешь, сразу они проплачивают. О да, ребята. Ничего, сейчас немножко помучаемся. Но зато интересная машина. Машины, с которыми интересно работать. Ну, давайте пробовать. Немножечко вам прогуляюсь по салону этой машины, ребят. Так, в принципе, обычный F-150. Вот эта вся дверь. Ну, включая, не включая вот эти вот карбоновые вставки. Это именно рапторская тема. Но можно на обычном тоже Форду это сделать. Дальше, что у нас? Тут светик, зеркала, ручник электронный. Вот. Кожа на руль, что такое, вот красненькая метка, значит, что это Raptor. Модная надпись Raptor. Спидометр с кристаллическим экраном посредине. В общем, что? Все очень просто, как и в обычном 150-м, но только, опять же, карбоновая толстая такая ручка, удобная. Трейлер бэкап, это когда вы хотите зацепить трейлер, оно вам помогает, показывает здесь, направляет цепку. Ну и, конечно же, полный привод, как без полного привода и полноценного дифференциала. Видите, 4 автоматик, 4 хай повышенная, 4 лоу пониженная и двух ведущих, если вы, например, просто ездите по городу. Вот, я ставлю 4, то что мне надо карабкаться немножко наверх, поэтому так будет легче. У нас розеточка, 12 вольт, 120 вольт заряжать ноутбук или тому подобное. Также карбоновая вставка под бардачком, вернее над бардачком, в дверях. Модные рапторские надписи здесь. Ну тут, конечно же, Hennessy снимала подголовники и вшила в них Hennessy. Вот. И модная наклеечка Velociraptor V8. V8? Подождите. Вот же V6, что-то они дурят. А может, это 5.0 V8. На самом деле все может быть. Раскрученный 5.0. Ну что, заезжаем. Посмотрим результат нашей работы. Что у нас тут получилось по ширине? Заехали ли мы нормально или нет? Ну да. Капец. Я в шоке. Вот эта ширина, конечно, у этого зверя. Колеса висят. Страшно. Так, что же нам придумать? Наверное, придется сюда заехать. Главное, чтобы не на эти. То есть все. Другого варианта, в принципе, нету. Хотя можно оставить и так. Они держаться будут. Просто, наверное, нужно будет кинуть пару цепочек. И немножко подвинуться влево. Да. Это уже местные пацаны, механики с Hennessy на своих
дрыжпаках поехали по 2000 лошадей. Старая Бэха Е46 М3 и полицейский Форд Краун Виктория, если не заметил. Что, ребят, одного Раптора мы завязали. Готов вылазить на полметра с каждой стороны, но это не страшно. Мы его сейчас все равно снимать будем. Буду грузить Субарик, если еще его не канцельнули. Вот, завязываем второй. Но сначала хочу немножко его припустить, чтобы он был у меня пониже. Если получится. Вот так. Будет круто. Чтобы он нас не вылазил. Но этот еще более-менее. Сейчас 4 ремня сюда. Может быть, наперед цепь, пока не знаю. Мы готовы. Вот такая красота. Dodge Viper GT. Найс. Я такой не смог забрать в прошлый раз. Даже пониже был. Найс, прикольно. Тачки вообще. Вау, это что такое? Acura NSX новенькая. Бомба. Обалдеть. Да, ребята, это неимоверно. Вот эта желтая машина, это та же самая, что и на билборде вон там. Желтенькая. Очень крутое место, конечно, Хеннесси. Но мы его покидаем. У меня получилось нормально загрузить вроде бы два Раптора. Пока они ни капли не подняты. Ну, как бы, мне не нужно их задирать. Вроде бы нормально. Дальше посмотрим, когда я буду забирать уже другие машины, как поместится все. Форды, конечно, зачетные, но работа с ними трудоемкая, как говорится. Нужно немножко попотеть в такую жару. Пока цепей никаких на них не цеплял, нужды нету. Но если их болтать сильно будет, придется передок этому подтянуть. Вот. А тот вообще на 4 цепи. Когда уже домой буду ехать. Так, мне там уже клиенты другие звонят, пишут, спрашивают, где я есть. Я сегодня только целый день потратил, сейчас 6 вечера, 7 по Нью-Йорку. Целый день потратил на эти два Раптора. Что сказать, они того стоят. Друзья, продолжаем путь. Немного пробок в Хьюстоне, это ожидаемо. Друзья, что, сегодня, может быть, и соберем большинство машин. Одну как бы точно у нас не получается забрать, дилер закрыть. А четыре, вернее, еще две, четыре в общем соберу. Красота, завтра хапнем одну с утречка и до дому, до хаты. Движемся на Пасадену, есть город здесь такой. Пасадена, Тексас. Ездишь в такой город и в Калифорнии, Пасадена, и в Техас. Вот, забираю старого X'а 2005 года, BMW X5 серии, какого-то мексиканца. Сейчас будем посмотреть, нужно будет поднять сейчас полностью второй этаж, загнать его вниз на пузо, снимать ничего не придется. Вот, а когда будем собирать уже Субарика, тогда придется Раптора скинуть. Разочек, то, что на хвосте висит. Ну, уже будет не так жарко. Часов 9, наверное, попаду туда. Хорошая высота такая мостика. Смотрите, вдалеке радугу видно. Не знаю, камера покажет. Жилые районы Хьюстона. Густонаселенные.
здесь школы бизнеса. С другой стороны Ковея. Мне нравится их планировка здесь в Техасе. Очень много свободного места, также такие вот красивые раздолья, трава зеленая растет. Можно покататься на мотоциклах, квадроциклах. Continue on Westport Tollway East for 12 miles. И в то же время жилье компактное такое. Целые районы, деревни, можно сказать. Частный сектор за забором. Дома, конечно, по 300 квадратов у них, такие громадные здесь. Техас просто жжет. Не жалею, спрей материал. Мы здесь у мексиканца на районе, в городе Пасадена. Пустой паркинг ресторана Бенавидес. Буду снимать Раптора. Решил поставить, пока светло, BMW-шку здесь, потому что она идет в Спрингфилд, прям ко мне домой, как говорится. А уже сейчас потемнеет, когда я буду забирать Субару. Та, наверное, подниму просто, закачу ее сюда внутрь, и не надо будет возиться с этим Раптором по ночам. Как-то так. Сейчас привезут мне X5, будем грузить. Вот она наша бэха X5, старичок. Найс, на коробке X5. I never seen standard X5. What is it? Is it from Europe? Yeah. Really? Because I know in US they don't make standard. No. Wow. That's kind of cool. 3.0. I like it. На коробочке бэшка с Германии. Друзья мои, мы тут по ночам собираем машинки в городе Woodlands, богатенький район Хьюстона на севере. Магазин Macy's, короче, это один из мест, где можно без проблем на такой громадной парковке играть в футбол, волейбол, а можно легонечко загрузиться. Значит, забираем Субарик. Субарик у нас Форестер. Обычная машинка. Сейчас мы ее в пузо туда хоп. И все. Загрузим. Поедем в ту сторону назад на выход. Думаю, что ночевать здесь нельзя. Надо ехать на тракстопчик. Принять душ и ждать завтрашнего дня. А завтра заберем BMW M4. Любимую мою BMW-шечку. И двинем в сторону Теннесси. Стоят мои автомобили. Вот такая бэха, видите, на ручке забрал.
Ребята, самая легкая загрузочка за сегодня. Subaru Forester. Как он идеально сюда стал. Хотел бы, чтобы все машины такие были. Но, чтобы зарабатывать, нужно возить иногда вот таких кабанчиков. Красота. Вяжем и едем. Какой красивый Хьюстон. Плачи. Видите, как небоскребы здесь возвышаются, освещенные. Бизнес-центр.